Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Ростислав Мурзагулов, політтехнолог, політичний аналітик. Ростислав, привітствую. Друзі, вітаю. Наших глядачів традиційно закликаю бути активними. Чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, чекаємо на ваші відгуки, на ваші підписки, на ваші поширення. Ну що ж, у нас на календарі 5 липня, 15:00 – це київський час. Ну і к новостям этого часу, Ростислав, Орбан все-таки в Москве. Вот уже появились кадры, где он сидит вместе с Путиным, будет общаться он с Путиным, в том числе и об Украине. Европейские чиновники говорят о том, что Орбан не проинформировал страны Евросоюза о своих планах поехать в Москву. Глава евродипломатии Боррель сказал, что это все, сейчас этот визит, в рамках двухсторонних отношений РФ и Венгрии. Ну вот на тех кадрах, которые уже появились в СМИ, Путин говорит о том, что на встрече с Орбаном Орбан якобы изложит ему свое видение ситуации в Украине, а также позицию Европы. То есть фактически Путин утверждает, что Орбан прибыл в Кремль, чтобы, ну, прибыл туда как председатель Совета ЕС, Венгрия, сейчас представляя Венгрию, да, которая председательствует в Совете ЕС. Вот в этой фразе Путина это выдача желаемого за действительное? И как вы видите ваша трактовка вот этих вот сейчас вояжей Орбана? Каковы цели и задачи? Каковы ваше мнение по этому поводу? Ну, Путин, конечно, выдает желаемое за действительное. Он изображает к себе визит какого-то неимоверно большого европейского начальника, который на его стороне и всегда был на его стороне. Вот, и, соответственно, здесь, в общем-то, Путин считается как-то какой-то своей большой дипломатической победой. На самом деле, безусловно, таково это не является, поскольку Орбан, да, конечно, он брал от Путина деньги. Я думаю, что там деньги немало, и что это чистой воды, как бы это сказать, шкурничок. То, что Орбан любит Путина, и думаю, что давались деньги и на партию, думаю, что давались деньги и лично этому товарищу. Значит, добавлю, что это мое оценочное суждение, чтобы Орбан меня не судил, поскольку я живу в Европе. Значит, но, соответственно, от мнения своего не отказываюсь. Значит, и дело в том, что на самом деле Орбан сейчас для Путина делает достаточно большую услугу и очень важную, поскольку Зеленский Орбана принял. Это говорит о том, что, скорее всего, Зеленский понимал, и если даже ему пытались об этом не рассказывать, то, безусловно, у Зеленского есть разведка, одна из лучших на сегодняшний день в мире, я полагаю, которая рассказывала о том, что Орбан собирается ехать далее вот туда-то и туда-то. Соответственно, для Зеленского, значит, это некий понятный переговорщик. Ну, почему понятный переговорщик? Потому что все-таки человек живет в Европе, это один из соседей ближайших Украины. Значит, все-таки я думаю, что Орбан, несмотря на то, что своя рубашка к телу ему достаточно близка, и путинские денежки приятно оттягивают карман, но при этом все равно, наверное, Орбану где-то там в глубине души не хочется, чтобы в Европе дальше вот этот полыхал огромный пожар. И, соответственно, сегодня я думаю так, что вот планида визита Орбана вся была целиком посвящена тому, что они называют термином сегодня «прекращение огня». То есть это не мирный договор, это не заключение перемирия, это именно прекращение огня без каких бы то ни было больших обязательств и под какие-то чьи-то гарантии. Соответственно, вообще мои источники в Москве, вот в средних там эшелонах власти, где я по-прежнему имею контакты, они вообще говорят о том, что все, война кончилась. Они считают, что это практически вопрос решенный, что миссия, которую выполняли различные посредники, в том числе Орбан, что они достигли успеха, что украинская сторона согласилась на то, чтобы вот пока стороны, которые вот, находятся по разные стороны окопов, чтобы они друг друга на некоторое время прекратили убивать. Значит, далее, по мнению российской, подчеркиваю, стороны, вот по мнению вот тех вот источников, которые у меня есть, далее население стран привыкнет к тому, что вместо обычных победных реляций новости идут только о том, что на фронте ничего не происходит. И, соответственно, население к этому привыкнет, перестанет требовать каких-то побед и будет требовать просто спокойной дальнейшей жизни. Значит, и, соответственно, отсутствие мобилизации, отсутствие работы там, различных комиссий, которые вылавливают призывников и так далее, и тому подобное. Соответственно, вот то, как Москва все это видит. А будет ли это на самом деле так, это мы с вами узнаем в ближайшие недели, я думаю. Потому что если действительно
эта планида поддержана обеими сторонами, то я думаю, что тянуть долго для них большого смысла нет. И здесь я, в общем-то, наверное, согласен с теми экспертами, которые говорят о том, что война в течение нескольких месяцев притихнет и превратится в такой долгий, неприятный, вялотекущий конфликтный процесс а-ля арабы-израильтяне и многие-многие другие точки на планете Земля, которые функционируют вот примерно так же, с большой взаимной ненавистью, с большими взаимными претензиями, но чаще всего без горячей войны. В этом есть свои... Смотрите, по состоянию на текущий момент, сейчас боестолкновения по всей линии фронта. И наши военные генштаб говорят о том, что, ну, собственно говоря, обострена ситуация. Нельзя выделять какой-то отдельный участок, говорить, что там вот более ведутся ожесточенные бои, чем где-либо еще. Поэтому вот то, что вы говорите, оно как-то в ту канву, которую на сегодняшний момент мы имеем, и ситуацию, которую мы имеем на поле боя, она как-то не вписывается. А дело в том, что, да, это так, на самом деле, действительно, я знаю о том, что постоянно сейчас российская армия дергает своих украинских визави, но это делается как раз для того, чтобы, грубо говоря, свои переговорные позиции упрочить. Они таким образом как бы показывают, смотрите, мы можем вас беспокоить по всему фронту, мы можем устраивать маленькие вылазки, мы можем даже какое-то большое наступление сейчас организовать, хотя в это, я думаю, что никто уже особенно не верит. И вот это делается именно с этой целью, чтобы, грубо говоря, заставить другую сторону быть сговорчивее. Но еще один момент, который мы наблюдаем последние дни и достаточно интенсивно, Россия интенсифицировала удары дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре. Одесса, Днепр, южные регионы, север, вот воздушные тревоги у нас буквально несколько часов назад звучали в Киевской области, поэтому тоже это как-то вот в ту теорию, которую вы изложили, абсолютно не вписывается. Нет, почему? Это как раз вписывается в то, что я сказал чуть выше, потому что Россия, к сожалению, давно уже предприняла вот эту вот такую абсолютно террористическую тактику, когда они удары наносят не только по военным объектам, но и по гражданскому населению, для того, чтобы гражданское население вынудить, заставить пойти к своим властям и заставить свои власти пойти на какие-то переговорные уступки Путину. Собственно, это та тактика, которая давно Путиным предпринята на вооружение, и та тактика, которая, надо сказать, не находит большой поддержки там в украинском населении, потому что люди понимают, что это терроризм, что это их заставляют, шантажируют, выламывают руки, но Путин ничего лучше придумать уже не может, поэтому продолжает действовать именно так. Я хочу вернуться опять к Орбану, и с точки зрения вот как политтехнолог хочу, чтобы вы прокомментировали один интересный момент. Как раз в день визита Орбана в Москву венгерское независимое издание «Телекс» публикует соцопрос аналитического центра «Policy Solution». Согласно этому опросу, венгры считают наибольшей угрозой Украину 51%, далее Россия 46%, Китай 34%, США 34%. При этом, значит, в этом материале утверждается, что если сравнивать данные с минувшим годом, то тогда венгры считали все-таки самой большой угрозой Россию. Она на 12 пунктов опережала Украину. Что еще интересно, этот соцопрос сам проводился весной. Эти данные известны были весной. Но вот визит Орбана в Москву сопровождается такой статьей венгерского независимого издания. Как это понимать? Возникает вопрос, так ли что оно независимое, это издание, раз оно так вовремя для Орбана вывешивает эту заметку. Да? То есть, ну так бывает на самом деле, когда издание действует под маской независимости, а на самом деле подыгрывает той или иной стороне. Поэтому думаю, что в данном случае мы имеем дело, в общем-то, ровно с такой ситуацией, поскольку это достаточно распространенный и достаточно примитивный прием. К чему такой информационный пролог сейчас? Вот какова цель? Ну, видимо, подгадали все-таки под... Знаете, видите, давно же, по сути, давно планировался Орбан как переговорщик между Путиным и Украиной. И, видимо, они давно этот туз в рукаве держали для того, чтобы его вывалить тогда, когда переговоры начнутся. Чтобы, ну, посмотрите, вообще-то вот как вас все не любят, вот, грубо говоря, так хотел, наверное, показать Орбан своим украинским визави. Ну, вот примерно такая у меня сходится здесь в голове логика.
Еще одну социологию хочу с вами обсудить, на этот раз социология Левада-центра, которая показывает, что больше всего сторонников продолжения войны среди россиян в Москве. В российской столице 56% выступают за продолжение военных действий и лишь 39% за переговоры. Хотя в целом по России, по данным Левада-центра, 58% выступают за переговоры и 37% за боевые действия. Меньше всего сторонников продолжения войны живут в российских селах, согласно данным социологов Левада-центра, 30%. Ну и наиболее воинственно настроены зажиточные россияне, среди них за боевые действия 40%, а больше всего сторонников мирных переговоров среди тех, кому хватает денег только на еду. Вот на самом деле это разрушает определенный миф, который был в информационном пространстве, такая вот социология, эти данные. Потому что утверждали аналитики, политические эксперты о том, что как раз средние и классы, богатые россияне, они как раз против войны, за то, чтобы снимались санкции и так далее. Ну и считали, что очень мало, обитовало такое мнение, сторонников продолжения войны среди жителей Москвы и Питера. Якобы они за прекращение боевых действий. Видим абсолютно другие цифры. Как это? Алена, можно, вы знаете, здесь, к сожалению, надо констатировать, что ни в одной диктатуре невозможна нормальная социология. То есть и то, что вы сейчас приводите, это не реальное мнение населения, а это то, как население предпочитает говорить, когда видит перед собой социолога. И москвичи, понятное дело, там, как правило, больше образованных людей, людей, которые понимают, что в стране существует вот эта охота на ведьм, в стране началась открытая борьба с инакомыслием, и москвичи прекрасно понимают, что они могут быть интересны какому-нибудь ФСБшнику, какому-нибудь прочему блюстителю, так сказать, вот этих новых путинских законов. Поэтому москвичи, я думаю, больше врут социологам. В этом вся история. И в какой-нибудь деревне, когда там как бы ведется какой-то опрос, там простодушный какой-нибудь Вася, он вполне себе может сказать, что да, блин, надоела эта война, не думая о том, что сейчас с ним говорит не социолог Петров, там, да, ФСБшник там Иванов. И, соответственно, здесь вот ровно об этом мы говорим сейчас. Потому что на самом деле, конечно, здесь действуют общемировые законы. Чем более человек образован, тем больше он сторонник мирных решений тех или иных вопросов. Так как все-таки в Москве и Питере живет более образованная публика, так уж получилось в России с ее гиперцентрализацией, все лучшие приезжают в две столицы, ну и, может быть, частично остаются в еще паре тройки городов, в которых более или менее можно жить. Во всех остальных местах остаются те, кто не в состоянии был в силу своих личностных качеств, как бы, да, себе вот этот переезд обеспечить. Соответственно, здесь просто люди, которые более приспособленцы, люди, которые более знают, что говорить в какой момент. Что тоже их не красит, на самом деле, но тенденции, которые вы зафиксировали, к сожалению, зафиксированы быть по российской социологии не могут никак. То есть Левада-центр, когда говорит о том, что они независимое агентство, это тоже не соответствует действительности, потому что Оно в последнее время, конечно, более зависимо, чем раньше было, но я здесь в данном случае говорю даже не о том, что они подтасовали результаты. Дело в том, что люди, которых они опрашивают, люди сами подтасовали свой собственный ответ. То есть как бы когда спрашивают среднестатистического москвича, там, отловив его где-то на улице или по телефону, скажи, пожалуйста, ты за войну или против, то, соответственно, москвич, понимая, что в стране идет охота на ведьм, и понимая, что он может быть каким-то объектом нападок от того или иного источника, соответственно, он думает, что лучше уж от греха подальше скажу-ка я, что за это долбанное слово, и буду целее. Собственно, вот так вот оно и получилось. Путин сделал заявление относительно этих мирных инициатив Трампа, сказал о том, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить войну. Сказал также, что он уверен в искренности Трампа, но не знаком, сказал Путин, с конкретными предложениями Трампа. Считать ли это своеобразным реверансом Путина в сторону Трампа? Я Трампа не читал, но не осуждаю. Это опять-таки такая риторика 37-го у нас вернулась в России.
или у них уже, черт знает, не хочу себя ассоциировать больше с этой страной. Дело в том, что ведь в заявлении Трампа, там ведь была и жесткость некая была в сторону Путина, да, против которого, собственно, как бы была направлена часть этой трамповской речи по Украине, когда он сказал, что требования Путина, по-моему, unacceptable, неприемлемо, что-то такое он сказал, если я правильно помню. Значит, соответственно, при этом Путин понимает, что все-таки когда-то ему на какие условия, так и на какие-то условия придется пойти, и поэтому сейчас он и говорит, что я не считал этих условий, потому что тогда следующий вопрос ему был бы, безусловно, то есть вы согласны с тем, что ваши требования чрезмерны, что вам придется свои аппетиты поумерить. Ему пришлось бы сказать, что да, раз я поддержал в целом то, что говорит Трамп. Но то есть на самом деле все равно мы с вами имеем ситуацию, когда Путин, по сути, публично подтвердил, что его требования чрезмерны, и что он понимает, что аппетиты ему свои придется умерить. Поэтому здесь вот, ну, если хоть что-то пытаться искать позитивного в словах Путина, то вот это вот позитив в его словах. Ну, а теперь далее, то, что касается Трампа и так называемого влияния Путина на Трампа или их вот какого-то, значит, мифического союза или основанного на шантаже со стороны Путина, какого-то манипулирования Путиным, Трампом. Я в это категорически не верю, это абсолютная чушь, потому что слишком разные весовые категории, потому что слишком большая экономика у Америки, чтобы ее президент был манипулируем человеком, который управляет 1,5-2% мировой экономики. Да? Мы с вами понимаем, что Америка как раз определяет все оставшееся в мировой экономике. Да? Все пространство, по сути, ею занято или в той или иной степени контролируемо, да? Или ее союзниками. Соответственно, здесь, в общем-то, абсолютно несравнимые вещи кто-то пытается сравнивать. И поэтому Трамп, конечно, все будет делать только исключительно в целях своей какой-то репутации, в целях развития собственного бизнеса, в целях развития бизнеса Соединенных Штатов. Ну и потом для Трампа, конечно, еще очень важны такие вещи, как то, знаете, вот он все-таки уже в том возрасте, когда люди чаще думают, там же говорят такая, знаете, поговорка есть, первый срок американский президент работает на переизбрание, на второй срок, а второй срок он работает для истории. И вот Трамп-то еще и к тому же в его возрасте, да еще и после всех этих скандалов, конечно, он сейчас работать будет только исключительно для истории. Для него сейчас будет важно, как он выглядит. Он должен будет выглядеть таким красавчиком, революционером, преобразователем. Он будет все пытаться делать, вот исходя из этих соображений, а не исходя из эфемерных каких-то необходимости поддерживать какого-то там Путина, у которого, да, там есть, конечно, я слышал о том, что есть у путинских чекистов компромат на Трампа, когда Трамп приезжал в Ридс-Карлтон, и, в общем-то, там вся российская политусовка, которая тогда имела отношение, была в курсе, что Трамп в этом огромном номере жил, так скажем, сожительствовал с большим количеством людей с низкой социальной ответственностью, как их некоторые называют, ну и, соответственно, естественно, ФСБ все это записывало, и там есть, я думаю, что красивые фильмы, такие, знаете ли, для взрослых и для очень взрослых относительно того, что там он делал. Но я не думаю, что Трамп этого боится, я не думаю, что это как-то может повлиять на электорат Трампа, который, в принципе, мачистский, в принципе, совершенно не зависимый от того, что, например, опубликованы были, когда информация о похождениях Трампа с порнозвездой, это вообще никак не повлияло на его рейтинг. То есть его аудитория просто знает, что Трамп такой, и к этому относится в целом благосклонно. Ну, смотрите, несколько лет еще назад говорили, что на рейтинг Трампа, на симпатию к нему американцев может повлиять вот эта вот история с неуплатой налогов Трампом, которая расследовалась. Но и даже это ведь не сыграло ему в минус. Ничего не сыграло, потому что Трамп вот эксплуатирует образ вот этого это вот хулигана. Это более чувствительная, кстати, для американцев. Совершенно верно. Да-да-да, там есть две неизбежные вещи для любого американца. Это смерть и уплата налогов, да, и они с этим согласны, потому что это то, на чем стоит эта страна. И уж то, что как бы действительно они ему прощают неуплату налогов, это для меня, конечно, и удивительно. И еще раз подтверждение того, что вот Трамп спозиционирован как хулиган, как нарушитель общепринятых порядков, как человек, который бросил вызов системе, бла-бла-бла. И, соответственно, поэтому их устраивают все вот эти его закидоны. Да? То есть это говорит о том, что американское общество, в общем-то, собственно, такое же общество, как любой другой точки мира. То есть назвать его каким-то высокоинтеллектуальным или каким-то очень высокоморальным, к сожалению, не повернется язык у меня сейчас.
Сейчас многие аналитики говорят, что уже, в принципе, предопределен результат президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Вы согласны с этим? Или да, если Байден останется, то, безусловно, он проиграет, Трамп выиграет. У меня нет никаких сомнений. Более того, у всех моих американских друзей точно так же сомнений на этот счет нет. И более того, у многих, собственно, последователей Байдена, да, у многих его сторонников тоже нет никаких сомнений в том, что Байден проиграет. А понимаете, как не потому, что так вот очень плохо прошли эти дебаты. Да, они прошли плохо, но важнее то, что после этих дебатов внутри самого лагеря демократов возникли огромные сомнения в том, что этот человек должен идти на этот срок. То есть они, грубо говоря, они прошляпили не во время этих дебатов, они прошляпили тогда, когда они его выдвинули, и тогда, когда они, когда он еще был в их руках, и они могли сказать ему: нет, Джо, все, ты старый, ты не выиграешь, ты будешь плохо выглядеть на дебатах, ты будешь проигрывать вот этому популисту в завоевании сердец простых тех самых американцев, да, вот таких вот глубинного народа американского. Соответственно, сейчас, когда весь этот ушат на него вылился, сейчас уже бесполезно что-то делать. Но я считаю, что в этой истории точка не поставлена, потому что очень часто, когда анализируют российские, украинские политологи ситуацию в Америке, рассуждают они вот категориями почему-то типа каких-то путинских. То есть, понимаете, когда они говорят о том, что нет, Байден не уйдет, он принял решение идти до конца. Нет, Байден не может принять в Америке такого решения, поскольку это Америка. И это то, что называется демократией, как минимум в плане того, что Байден все равно будет прислушиваться к мнению тех людей, мнение которых для него хоть что-то да значит. То есть это не обязательно прям очень много широких народных масс. Но смотрите, даже прям вот я прям сегодня несколько раз почитал формулировки Байдена и тех, кто входит в число его близких людей. Они сказали следующее. Они сказали, что мы будем стараться убедить наше общество в том, что я в состоянии, что Байден в состоянии быть хорошим руководителем и победить Трампа. Понимаете, эта фраза здесь не продолжена. Она, по сути, брошена наполовине. А дальше-то следует что? А если вы не сможете убедить общество в том, что Байден в состоянии быть хорошим президентом и победить Трампа, то что вы сделаете? Ну, тогда же это означает то, что если он не убедит, он будет это видеть, значит, он, значит, готов уступить дорогу все-таки кому-то еще. И я убежден, что большая вероятность все-таки в том заключается, что Байден, поняв через какое-то количество недель, что он проигрывает, что он теряет популярность, что он не сумел убедить людей в том, что он будет хорошим президентом, победит Трампа, я думаю, что в этом случае Байден все-таки уйдет, и мы увидим на конференции, что там, возможно, сам Байден скажет что-то на эти темы, скажет, что да, я мог бы, но я понимаю, что это риск, и что давайте вот-вот, я не знаю, условно, там, жену Обамы предложат, или кого-то еще вот такого неожиданно молодого и явно побеждающего Трампа в одну калитку. И это будет прямо красиво, это будет прямо вау-эффект, американцы его очень любят. Потому что сейчас под давлением, и вот сразу после негативного события ему это сделать, это, конечно, похороны. Похороны не физические, а похороны политика, похороны карьеры, похороны всех достижений для Байдена. Поэтому невозможно сейчас, и поэтому многие сейчас закудахтали, что ах, нет, все, он остается, ах, какой ужас. Но нет, если он и уйдет, то он уйдет в более красивый момент. Американцы все себя ведут как Том Сойер. Они все хотят, чтобы это было вовремя, максимально красиво, максимально эффектно. И вот поэтому такого театрального эффекта я ожидаю от Джозефа Байдена в ближайшее время. Слушайте, а вот эта вот медийная кампания сейчас в американской прессе, которая, ну, фактически подталкивает Байдена к какому-то решению. Более того, достаточно агрессивно. Последняя обложка The Economist, где ходунки, да, нарисованы с подписью «Так руководить страной нельзя». Это что? И причем в эту кампанию включаются не только оппонирующие, да, там, Байдену СМИ, но и СМИ, которые всегда считались традиционно продемократическими. Алена, это демократия. Это демократия называется. Понимаете, в обществе есть такое мнение. И вот когда они даже понимают, что
то они публикуют что-то, что наносит вред, урон родной партии, но это правда, они в Америке это делают, понимаете? И вот это как бы признак все-таки здравой такой развитой демократии, потому что есть общество, да, и, наверное, вы обращали внимание, там, как, например, вот в российском фильме «Предатели», да, вот он очень сомнительный, и понятно мне, что настроен исключительно только на то, чтобы одна часть российской оппозиции замочила другую часть оппозиции, но там есть интересные моменты, да, например, как они объясняли то, что они в свое время, да, передергивали, да, манипулировали вот во время очередных выборов Ельцина. То есть они просто говорили, что это во имя какой-то благой цели. Мы скрывали информацию о его здоровье, о его алкоголизме, о том, что все в стране не очень здорово, просто чтобы не стало вот еще хуже. В Америке так не принято делать, понимаете? Там не принято манипулировать, там они каждый ответственны в том числе за собственную репутацию. И если, например, журналисты New York Times, они это пишут, то они это делают не потому, что они хотят потопить родную партию, они хотят просто сохранить свою репутацию, потому что через год, два, три, когда Байден будет понятно, что и проиграл, или либо избрался, но является очень плохим президентом, соответственно, читатели New York Times зададут самому New York Times, у которого есть своя собственная репутация, а не только репутация их партии. А почему вы это прошляпили? Вы же как бы наши эксперты, мы же на вас ориентируемся. И поэтому там каждый думает вот об этом тоже. И в этом прелесть демократии на самом деле. Поэтому здесь искать какие-то происки, путинские взятки, какую-то коррупцию или какое-то влияние каких-то агентов КГБ, мифических, я думаю, что не стоит. Поговорим о Европе. После 14 лет фактически у власти консервативная партия Великобритании проиграла парламентские выборы. Риши Сунак уходит с поста премьер-министра. Поздравил уже нового премьер-министра. Ним станет Кир Стармер. Ну и лейбористы одержали существенную победу сейчас. Насколько изменится политика Британии, как считаете, в ближайшее время? Чего это? Ну, Британия ведь она тем прекрасна, что она, в общем-то, страна достаточно предсказуемая, она страна достаточно последовательная. То есть там вряд ли возможна какая-то ситуация, когда придет какой-то идиот и там начнет там потрясать какими-нибудь там, я не знаю, вещами. Вот. А я думаю, что стратегия в отношении Украины точно не изменится. Я думаю, что может быть какие-то корректировки в плане какого-то популизма, потому что, конечно, сейчас во всем мире побеждающие партии этим грешат, просто потому что сейчас население более широкими слоями вовлечено в политику, и, соответственно, для того, чтобы эти слои под себя подминать, для того, чтобы их убеждать в собственной пригодности, с ними приходится разговаривать на их языке. И поэтому сейчас, даже если кто-то услышит какие-то заявления, которые кому-то не понравятся, я думаю, что переживать на эту тему не надо. Это ровно то же самое, что тот же самый Трамп делает в Америке и тоже что-то такое разглагольствует, но совершенно не факт, что будет все это выполнять тогда, когда придет к власти. Поэтому не жду каких-то глобальных перемен в политике Великобритании. А Франция? Чего там ожидать, как считаете? Насколько может поменяться? Вот во Франции ситуация похуже. Там, конечно, наделал Макрон много ошибок. И вообще французское общество, я жил несколько лет во Франции, учился там, получал там бизнес-образование. И французское общество очень политизировано, французское общество очень волатильно в плане своих политических взглядов, оно легко их меняет от одного к другому. То, значит, они все, значит, полюбили в едином порыве Макрона, то они вдруг начали метаться куда-то в сторону популистов а-ля, значит, Марин Ле Пен и же с нею. Значит, соответственно, Макрон же является человеком, который, опять-таки, в абсолютно во французской традиции, он говорит, я не буду действовать только так, как нужно для победы на очередных выборах, только так, как нужно для электората. Я должен быть ответственным президентом, и я должен говорить и делать правильные вещи. Например, то, что он говорил, что я отправлю войска в Украину, это, конечно, совсем категорически не понравилось всем французам, потому что они не хотят гибнуть за украинцев, это надо признать, потому что вообще европейцы устали от новостей про эту войну, они считают, что это где-то далеко, что это притихло, а вот тут, понимаешь, Макрон, обостряя, совершенно просто будучи действительно политиком до мозга костей в этой ситуации, обостряя для того, чтобы люди обратили внимание на эту проблему, начал говорить такие вещи, которые, на самом деле, он и не собирался, наверное, делать тогда, отправлять прям войска французские в Украину, но он это делал, понимая, что это правильно с точки зрения политика.
И вот, к сожалению, вот это все сейчас приводит к тому результату, что популисты там сейчас могут пошуметь. Вот. И другое дело, что я здесь тоже не склонен прямо так драматизировать уж влияние Путина на Марин Ле Пен. Потому что на самом деле Марин Ле Пен, при всем при том, что она, давайте так скажем, она дочь националиста и расиста, но она сама, в принципе, вполне такой как бы здравый политик уже, да, и она риторику сильно снизила, да, это далеко не риторика ее отца, который действительно был там человеком, которого даже фашистом называли многие. Значит, соответственно, у нее гораздо более широкая коалиция, она прекрасно понимает, что если сейчас она придет и скажет, что Путин красавчик, то французы ее заклюют точно так же, как они заклевали Макрона. Поэтому давайте не будем Францию заранее хоронить. Это страна, которая много раз показывала, что она может как птица Феникс из пепла возродиться. И я думаю, что и на этот раз будет так. И понимаете, даже если Марин Ле Пен станет, грубо говоря, вот у руля сегодня, да, то она как раз-таки станет еще менее, на самом деле, радикальной. И появятся какие-то другие радикалы, которые ее начнут пощипывать за то, что где же Марин Ле Пен, твои обещания, почему ты никого не выдворяешь из страны, почему ты не остановила поддержку Украины, почему ты тратишь наши деньги, бла-бла-бла. Я думаю, что вот это вот гораздо более реалистичный сценарий, чем те, которые рисуют в своих радужных мечтах какие-нибудь там путинские пропагандисты где-нибудь на Соловьев Лайв. Что ж, будем следить за развитием событий. Ростислав, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за то, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда вас рады видеть на нашей YouTube-платформе. Навзаем. Щиро дякую, до побачення. Щиро дякую вам, Ростислава. Ростислав Мурзагулов, політтехнолог і політичний аналітик, був разом із нами на стрімі. Підпишіться, друзі, будь ласка, на нашу YouTube-платформу. В такий спосіб ви отримуватимете оперативніше всі цікаві та актуальні відео. Ну і так само, якщо будете ставити вподобайки, коментарі робити під цим відео та поширення, ви сприятимете популяризації цього стріму, за що наша команда вам буде щиро вдячна. Thank you.